йогурт. Есть два типа густых йогурта. Первый – это термостатный вид, и второй – нетермостатный. Мы как раз на выставке делали нетермостатный йогурт. Он тоже, в свою очередь, делится на два вида. Первый делается из концентрированного молока, а второй тип с добавлением белков из сыворотки. Мы в данный йогурт добавляли сывороточный белок. Значит, как делается этот йогурт? Нагреваем молоко до 40 градусов и при этой температуре добавляем сывороточный белок. Затем выжидаем 40 минут и после чего нагреваем, пастеризуем молоко до 95 градусов. Затем выдерживаем 10 минут на 95 градусов и охлаждаем до температуры сквашивания. Это 40 градусов. При 40 градусах мы внесли закваску в молоко. Затем ожидаем 7-8 часов до достижения йогуртного сгустка. И вот сейчас уже у нас йогуртный сгусток как раз готов. И мы начинаем его резать. Это специальное приспособление? Это специальное приспособление для моцареллы, которое мы используем для йогурта. Понятно. В принципе, если у нас просто очень мало количества молока сейчас налито в емкость, если бы мы полностью залили данную емкость молоком, то мы бы перемешивали просто мешалкой. Все, автоматически бы это все происходило. Вот этой мешалкой, да? Которую бы мы закрепили сюда на делает, грубо говоря, гомогенизированный йогурт. И сейчас опустим на рециркуляцию. Мы тут зашли. Труба? Труба. А. Это что у нас? Дай на вещи охватно. Так, что сейчас происходит? Наденем трубку, через которую будем сортировать. Трубка, по которой пойдет йогурт. Adesso facciamo un riciclo dello yogurt per lisciarlo un po'. Приходит, чтобы разбились комочки, правильно я понимаю? Угу.
Adesso lui è ancora liquido perché è caldo. Пока что йогурт еще жидкий, потому что он теплый. Si confeziona caldo e poi si mette in cenere a raffreddare. Этот йогурт как раз в теплом виде упаковывается, пока он жидковатый. Затем ставится в камеру холодильную при плюс 4 градуса. В этой камере он остывает, и после остывания он может употребляться в пищу. Non c'è sinergia, vedi che è tutto compatto. Non c'è separazione del siero. А сыворотка не отделяется, не происходит синерезис. Здесь однородная масса. Quindi il residuo secco è bilanciato. То есть сухого вещества находится нужное количество. В отличие от данного йогурта, термостатный йогурт он начинает отдавать сыворотку при нарушении сыворотка. Сейчас останавливаем циркуляцию и начинаем розлив. Данная машина позволяет иметь дозированный розлив. То есть, в принципе, уже сейчас все готово, да? Да. Adesso si tara la portata e la pompa per il dosaggio. Сейчас мы настроим работу дозирующего насоса, чтобы мы могли продозировать все это в баночке. Да.
там, знаете, сливается. Да. Я вам скажу, что это очень неплохо. Да. Это не только томаты. Вот я выращиваю только в холодильнике. Да. Здесь маленькая занимается лечением. Мы с мужем собрали коллекцию, собирали коллекцию. Сейчас йогурт будет полностью по емкости, и на созревание будет убран в холодильник на остывание. Шкаф, из которого вышла девушка Александра, это на самом деле не шкаф, а холодильник, в котором убирается йогурт. А если кто очень постарается, то в середине. Но я обычно их молока, да? Да. То есть 30 литров йогурта получится, да? Да, примерно. Ну, в большую или меньшую сторону? Чуть поменьше. Утруска. Ну, считается обычно из литра молока 900 грамм йогурта. Но какая выгода? Мы литр йогурта продаем за 100 рублей, за 120 рублей, а себестоимость его где-то порядка 25 рублей. Ну да, понятно. То есть там себестоимость, по большому счету, это вот только вот эти бактерии? Да, бактерии. И электричество на нагрев, и все? Да, да. Угу. Отлично. Ну, стаканчик. Это мы будем сейчас пробовать йогурт. Ваше здоровье! Будем! Очень вкусный, нежный йогурт. Очень. Нежный, нежный, вот как называется. Он пока еще немного теплый, но потом он охлаждается.
охладится совсем и будет еще более вкусный. Но senti che gusto delicato. Чувствуете, какой деликатный вкус? Да, 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 нежный, нежный. Si sente proprio il latte, il gusto del latte. Вкус молока. Да, да, да. А он будет кушать? Sarà più denso dopo. Dopo quando si raffredda aumenta la densità. Потом, когда охладится, он будет более густым. Quando arriva a 4 gradi, allora diventa cucchiaiabile. Вот обязательно его нужно держать при температуре 4 градуса, и тогда он совсем загустеет. Отлично. Алексей Николаевич, меняемся. Меняемся. Видите оператору. Перфекто. Перфекто. О. Действительно вкусно, я такой не пробовал еще. Вкус молока. Даже из домашних не получалось, да. Вот и не попадалось мне. Реально вкус молока ощущается такой натуральный. И причем вот этот вот кисломолочный вкус, он не агрессивный, он действительно деликатный. Да.